Всем привет! Продолжаем делать наш ледоруб, и в этом видео я буду делать клюв. Так называется верхняя часть ледоруба, которая цепляется за уступы, за снежные уступы. Специально посмотрел в интернете, как же называется этот элемент ледоруба. Так вот, он называется клюв. Значит, я сделал высокополигональную сетку и примеряю ее к ледорубу, чтобы она была соответствующего размера. Проверяю здесь, как отображается маска, нужно ли уплотнять сетку. Есть различные элементы применения маски. Вот один из них, то есть можно сделать полосу, зажимая Alt, он делает плавный переход. Два раза Alt кликнуть, он делает резкий переход. Это именно эта линия. Ну, также подобные инструменты в ZBrush. Ну, плавной линии я делаю маску. Стараюсь ее сделать, но все равно ее придется, конечно же, редактировать, так как с первого раза вряд ли это получится, но такой вариант есть в ZBrush. Итак, после нескольких попыток вот что у меня получилось. То есть я прорисовываю линию клюва. И сейчас просто в нижнюю часть модели упадет маска. Видите? И есть так в ZBrush ответная тогда часть. Мы проводим светлую маску. То есть убираем с помощью этого же инструмента, очищаем маску. И я здесь пытаюсь придать форму клюву. Вот это кое-что. И очищаем дальше маску с помощью этого же самого инструмента. Здесь я решил поменять, хотя можно было оставить эту линию и не вручную, как я сейчас, а точно так же отрезать маску, то есть ее осветлять ровными линиями, так как у нас Hard Surface. И нужно стараться делать ровные линии. Что, кстати, подразумевает и сама модель. Поправил, значит, я маску. И вот такая вот она получилась. Очень даже похожа на референс, который у меня есть. Теперь я по маске сделал полигруппу. Сделал полилуп, чтобы вокруг полигруппы образовались ровные края. Удаляем ненужное, и у нас остался вот такая вот заготовка, с которой дальше и будем работать.
Ее нужно упростить. Это делается при помощи Z-Remesher. Упрощаю я сетку, и мне нужно здесь будет сделать зубья. То есть упростить нужно достаточно сильно этот клюв, чтобы наметить потом при помощи Z-моделлера, где будут находиться зубья. Значит, передняя часть зубьев там немного загнутая вовнутрь, а задняя часть, которая возле ручки, да, они там практически ровные. И они все разных размеров. Здесь, конечно, работы достаточно много, но я ее сделал. Правим сетку и делаем зубья. Значит, размер сетки меня устроил, и я начинаю делать зубья здесь. Выделяю через одну при помощи маски ребро. И потом не выделенные части я буду или выгибать, или вгибать вовнутрь самой этой сетки. Здесь я видео ускорил, так как нудновато это будет смотреть. Ну вот я поднимаю как бы эти зубы вверх, но потом еще все равно предстоит ручная работа, чтобы каждый этот зубчик был похож на референс, который находится на референсе. Работа, конечно, та еще, но ее нужно выполнить, чтобы было похоже на оригинал. В некоторых местах точки разъединились, и их можно свелдить также при помощи инструмента, который находится во вкладке Geometry. Добавляем ребра. Так как я буду дивайдить эту сетку, то есть уплотнять ее, нужно добавить ребра на выпуклые части этих зубьев. Ну, имеется в виду полностью как бы от верха до низа зубьев. И получается, это и горизонтальные нужно добавить ребра, и вертикальные, чтобы натянуть сетку в нужных местах. Более-менее результат меня устроил, но я над ним еще буду работать. Как бы это предварительный вариант получился. И при помощи инструмента Extrude мы делаем толщину нашей сетки таким вот образом. Выставляем сетку по центру. По центру ледоруба. И вот клюв практически готов.
Еще немного манипуляций с клювом при помощи кисти. Мы выставляем, опираясь на референс, в нужные места зубья и сам вообще клюв, размер его. Подгоняем максимально, чтобы он был похож на оригинал. Если это, конечно, нужно. Если просто что-то отдаленное, не будет это идти в производство, допустим, просто как в рендер или для того же самого видео, то можно как бы и не придерживаться этого. Зачем, как говорится, лишний раз тратить время. Но если вы перфекционист, то есть чтобы все было идеально, то можно сделать все идеально. Ну что же, на этом я заканчиваю это видео. Здесь мы с вами сделали клюв, применяя различные инструменты. Применяя маску, Z-моделер и обычные кисти, правки, мух и тому подобное. В следующих видео продолжим работу над клювом и над ручкой. Ледорубом. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!